Особое внимание внутреннему социально-экономическому развитию. Об этом, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, говорил президент России. Национальные проекты отражают запросы и ожидания людей. Их главная цель – повысить качество жизни каждого человека. Сегодня Ямал готов к выполнению поставленных главой государства задач. Инструменты для достижения стратегических целей тоже есть. Павел Прожогин продолжит тему. Характер задач долгосрочный, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня, подчеркнул президент России в своем послании. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, и не когда-нибудь, а сейчас. Запасы времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет. Вообще мы этот период, считаю, прошли. Формирование задач и инструментов достижения целей. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, эти задачи, но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их нельзя. Они сложные, как я уже сказал, значит, требуют больших усилий с нашей стороны, но они отвечают масштабу и скорости перемены в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Ямал готов выполнить поставленные главой государства задачи. Ресурсы и силы для этого есть. Есть и амбициозные проекты. Новоуренгойский аэропорт первый в России модернизируют на условиях государственно-частного партнерства. По такому же пути пойдет развитие региональной системы образования. В качестве инвестора выступит Сбербанк. Под соглашением электронные подписи поставили губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов и председатель правления банка Герман Греф. Уже в этом году начнется строительство 55 образовательных учреждений, в том числе с привлечением частных капитала. Сады мы закончим в течение 2 лет, и уже в 2021 году наши дети пойдут в новые современные детские сады, и мы задачу по обеспечению местами с 1,5 лет полностью решим. Непростая задача, потому что многие коллеги имеют возможность строить гораздо более комфортных условиях. Мы очень ограничены. Наш строительный сезон имеет всего 2 лета этого года и следующего. Но с правильной мобилизацией мы с этой задачей справимся. Нисколько не сомневаюсь. У людей должна быть уверенность в том, что они нужны государству. Важно, что делается здесь и сейчас. Ямальский курс на повышение качества жизни красноречиво подтверждает демография. Этот показатель – один из самых высоких среди регионов Большого Урала. У нас в субъекте очень активно занимается этой темой, особенно и стимулированием повышения рождаемости, да, о чем уже заявлял губернатор. Более того, он тут недавно высказался, что есть интересные предложения. Мы ждем эти новые интересные предложения. Многодетным особое внимание. Об этом президент России тоже говорил в своем послании. Для таких семей в регионе разработан целый пакет мер социальной поддержки. В перспективе появятся интересные дополнения. Часто приходится слышать от многодетных семей, даже тех, кто не находится в состоянии тяжелого материального положения. Тем не менее, вы из большой семьи на курорт, летом, на отдых, на оздоровление детей – это очень тяжело. Тяжелая финансовая задача. И слыша эту проблему, мы сейчас разрабатываем новые механизмы, которые помогут снизить стоимость данной задачи выезда людей на места летнего отпуска. Майские указы и национальные проекты ставят амбициозные задачи и вполне достижимые. Безусловно, они требуют серьезных системных усилий. Но никто и не говорил, что будет легко. Павел Прожогин, служба новостей «Импульс». Уже сегодня.